Сложно представить, но эти двое — влюбленная пара. Девушка бьет своего сожителя руками и ногами, мужчина не отстает. Но у дамы весомое преимущество, холодное оружие в руках. И в конце концов она пускает его в ход. Из-за чего подрались? Пьяный был, что он мне сказал. А вы как, вы ударили рукой, ногой? Ну, сначала руками драться начали. А потом? В ближайшее время словом или делом обидеть свою вспыльчивую возлюбленную потерпевший не сможет. Молодой человек сейчас в больнице в тяжелом состоянии. У него проникающие ножевые ранения груди и плеча. Даже со следователями он общался с большим трудом. Неизвестно, чем бы закончилась семейная ссора, если бы парочку не разняли полицейские, которых вызвали случайные свидетели. В результате выезда на место происшествия сотрудниками полиции данная девушка была задержана, доставлена в отдел ВВД России по городскому округу для разбирательства, где дала признательные показания. Возможно, неадекватный поступок молодой особы вследствие не только алкогольного опьянения. Выяснилось, что девушка принимает наркотики. В любом случае, у несговорчивой дамы будет время, чтобы забыть все неприятные слова, сказанные в ее адрес возлюбленным. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью задержанной может грозить серьезный тюремный срок – до 8 лет лишения свободы.